Типа, мне похуй, даже что он там говорил по поводу того, что у него было, он уже был стримером. Да вообще похуй, я ему за это вообще не предъявляю. Хотя он сказал там, что у меня было 1500 онлайна, у него было уже 300, он был стример с галочкой. Окей, ну типа, базар. Но ты говоришь на стриме, что у меня было 1500 онлайна, и что мы росли с тобой вместе. Да, буст у нас пошел вместе. Но сама ситуация, которая была в самом начале нашего знакомства, она выглядела иначе. Ну то есть, типа, она выглядела немного иначе. Мужики, вот, 19 число, Average Viewers, вот, это выглядело немножко по-другому. Average Viewers, 189, и вот мое, 4331 человек, мой был средний онлайн на тот момент, когда мы с ним познакомились, не 1500, и похуй, я говорю, я не доебусь до этого. Да, мне бустер тоже дал пинок под зад, дал какой-то скачок YouTube аудитории, типа, это вообще не нужно обсуждать, но зачем такое говорить на стриме, я просто не понимаю. Блять, у меня сгорело с того, что сначала он говорит одно, на одних стримах он говорит, да, Вадя красава, Вадя мне помог, пиздец, я там, Вадя охуенный. Потом говорит, бля, мужики, ну я и так уже был стримером, я был в киберспорте, в Фортнайте, у меня было 300 онлайна уже. Вот Мирвана красавчик, блять. А Вадя, чё Вадя? Мы с ним вместе пушили. И причем, знаете, самое забавное, у меня был здесь в моменте, у меня был отлив аудитории. То есть я наоборот просел. Если мы посмотрим, я тут наоборот просел. У меня было 4300, когда я с ним познакомился, я немножко просел вниз. Понимаете, типа, а у него вот, у него наоборот пошел здесь подъем. Типа, ну о чем? Ну зачем такое говорить? Зачем говорить неправду? Зачем? Я не понимаю. Мне так нахуй обидно. Мы не общаемся, блядь. Пизда нахуй. Может потому, что, блядь, в Турцию нахуй приехал, блядь, на ебаный последний день в другой отель, блядь. Потому что не мог встать, блядь, сделать какие-то документы, блядь. Пизду нахуй, блядь. Не хочу, реально, не хочу нахуй ни общения, ничего не хочу, блядь. Короче, я ебал, блядь. Я реально, я вот послушал, блядь. Вот это сотрудничество, блядь. Сотрудничество нахуй. Я, блядь, я нахуй писал, когда, блядь, у него хуёво все было. Он говорит, я хочу выйти с расписания. Я писал, брат, я тебя поддержу во всем. Давай нахуй, я буду тебе, блядь, собирать ебаный. Я тебе буду стримы собирать. Давай я буду тебе приходить, давай делать контент нахуй. Пиздец, я постоянно об этом думал, блядь. И просто, блядь, на тебе нахуй в конце. Сотрудничество, ебать.